У ближайшие дни потепление в области протягнется. Зараз на территории Могилевщины пануют атмосферные фронты полночно-атлантичного циклона. Циклоном обумовлено вельгодное снежное надворье. Синоптики отзначают, что такие умовы у межах нормы для первой декады студеня. Опадки, что прошли в Могилеве у первой половины серады, характеризуются как завея середней интенсивности. У ближайшие дни еще более потеплее будет идти снег, местами заверуха. У пятницу слупки термометров покажут до плюс 2 градусов. Умовы на дорогах ускладнить гололедица, порывы ветру, пахмурное надворье.